9000-იანი დევის სახში იქნება. Წავიდნენ ძმები 9000-იანი დევის სახში. Это что там по понятиям, да, разговариваете? Да. Молодец, сыночек, молодец, молодец. Друзья, всем привет, я выспалась, я спасена и готова функционировать. Сейчас исполняю функцию мамы. Слежу за малышом, который ползает. Все под музыку у нас, все под музыку. Мой футболист юный. Ребятки, позавчера я провела рубрику «Задай мне вопрос» и увидела, что вы, оказывается, обо мне много чего не знаете. Вроде бы, казалось бы, элементарных вещей, но нет, вопросы идут и идут, однотипные, поэтому я решила еще раз рассказать вам о себе. Поехали! Самое главное для меня – это то, что я мама. Вот мой ребеночек, он очень деловой. Вот, он хорошо разбирается в питании. Ему 1 годик. И я ращу его без помощи нянь. Видите, да? У него важные дела. Сынуль, ты что там делаешь, малыш? Спасибо, друзья, что интересуетесь моей скромной персоной. Поэтому для тех, кто нажал «да», я продолжаю свой рассказ. Вау, какое солнышко. Ах. Первым делом хочу показать себя без фильтров. Вот такая я. Люблю себя без косметики, люблю себя натуральную, и это здорово, и вам того желаю. Вот она я, без прикрас. А больше всего люблю себя на солнышке и жду лета. Второе, что очень важно для меня в жизни, то, что я идеальная жена. Вот это наша love story. Мы снимали ее в Грузии, в Мцхете. А вот наши фотографии со свадьбы. Вот. Да, почти 2 года назад. Упс. Ну, или почти идеальная жена. Короче, ребятушки, сериал «Эпидемия» — это просто лучший российский сериал. У меня чуть депрессия началась, пока я его смотрела. Актеры играют на таком высоком уровне. Просто качество их игры у меня... Качество. Вот браво, я мечтаю когда-нибудь так сыграть. Режиссура гениальная. Я мечтаю сняться вот такого режиссера. Оператор просто сказочный, браво, ребятушки, вы сделали лучшее кино на свете, вот серьезно. Включайте. «Эпидемия» и «Ветер перемен». 2 лучших. А вкус граната? Не знаю, не смотрю. Зря посмотрел. У меня нет слов, молодцы. От всей души аплодирую. Кач, да ну тебя, все, да ну, нет, дурачься. Нет. «Кармелиту» свою посмотри лучше. А «Кармелита» хороший, да, сериал. Да ужасно, говно. Что? Мои подписчики так не считают. Все, Кач, пока.